This is totally unexpected. Вообще то, что сегодня произошло, это чудо. Amazing. Замечательное событие на главной площади Петербурга наполнит мир светом, любовью и красотой. Сколько можно воевать, скажи, забывая, что живем для души, что нас ждет в глобальном мире и куда мы все придем, если мирный путь друг другу не найдем. Начинаю мирный путь себя, принимаю я людей легко, шутя. Руководство всех народов одобряют хороводы, и посредством единения сближаются народы. Напряжение уходит, и уходят все невзгоды. Взявшись за руки под песни, люди чувствуют природу. Прекращаются конфликты, возрождается культура, хороводный факультет, и затем магистратура. Повсеместно появляясь, улучшают жизнь людей. Очищается планета, мир становится добрее. Откажись скорей от страхов, отпускай и вставай, волшебный круг принимай, создавая мир единства, ощущая сердце стук. Народ вообще пьет, курит, потому что нехватка энергии, радости, счастья, непонимание собственного пути предназначения. Когда человек попадает в хороводное игровое пространство, он получает все свои энергии, вот эти базовые, которые необходимы для нормальной жизни, он их получает в играх хоровода. На одной волне добро запусти галактический поток из любви, из планет круговороты, вокруг солнца хоровод, мы закружим единение народ. Хоровод мира и любви создадим вместе, я и ты. Проснется, и тогда мир улыбнется нам, друзья. Единый круг счастья и добра создадим вместе навсегда. Со светом по свету города принесем благо на планету Земля, создадим благо на планете Земля.